Сегодня Петропавловску, Северный Казахстан, исполняется 270 лет. Это историческая дата. И сегодня здесь проходит крестный ход. Такая красота. Люди с радостью отмечают этот сегодня день. День святых Петра и Павла. И историческую дату 270 лет городу Петропавловску, друзья. С праздником, с праздником! Такая красота, это крестный ход, друзья, крестный ход. Люди радуются. Историческая дата. 275. Толпы людей идут праздновать сегодня этот праздник. День святых Петра и Павла. Нескончаемый поток идет к кресту. Нескончаемый поток. Давно пандемия закончилась, давно не собиралось столько народу в этот чудесный день. Это что-то чудо. Это какое-то просто чудо сегодня, друзья. Нескончаемый поток людей идет праздновать праздник, День святых Петра и Павла. А также он совпал с городом нашего Петропавловска. Ему сегодня 270 лет. Это... Чудесный день, чудесный праздник.